Я не знаю, наверное, я так давно-давно уже не нервничал, даже играя, сидишь, блядь, свою смену, переживаешь, сидишь, не знаю, до такого, ну, точно, наверное, да, посидеешь с такими играми. Хорошо, что выстояли. Опять без этого не можем спокойно закончить. Пора начинать мочь. Пора начинать детские ошибки. Прекращать делать. Тогда все нормально будет. Дмитрий Архипов в третьем периоде мог своим броском поставить точку, но не получилось. И получилась опять же нервная концовка. Комментарий. Чуть-чуть левее бросил бы, забил бы. Так задел чуть-чуть плечо, штангу. Не получилось. Хорошо, что выдержали по-мужски. Все, себя ловили. И выиграли. Ну, сердце у болельщиков ёкало очень долго. Самих ёкало. Но в чем причина, почему мы так вот концовочки мажем? А так мы же удалились там. Ну, случайно получилось, Юру пошел в стык, тот игрушки разбросал. Ну, удалили, пришлось броняться. Что из этой игры запомнится, Альберт, кроме положительного результата? Ну, хорошая игра была, хорошее начало, ребята играли хорошо. Тяжелая концовка очень, опять валидольная концовка. Извиняюсь за удаление перед всеми, как бы, ребят, спасибо, что выстояли. Ну, это плей-офф, как бы, легких игр не бывает. Ну, мы, который матч уже в концовочках, как-то так не очень убедительны, что-то надо делать. Да, ну, как бы, выстояли уже хорошо. Опять повторюсь, это плей-офф, и тут мы вели, им не осталось ничего делать, как идти вперед. Удачи в Омске, Альберт. Спасибо большое.